Красный стой, а зеленого не будет. Пешеходный светофор на оживленном перекрестке улиц Ворошилова и Горького снова не работает. Причем запрещающий сигнал действует исправно. Переходя дорогу, пешеходы вынуждены оглядываться. В местном РЭО о проблеме знают. В последний раз лампу в этом устройстве меняли 15 января. Проработала она недолго. В Ангарском отделе госавтоинспекции пообещали восстановить сигнал к 27 января.